Прием, прием, есть кто? Короче, печально, И здорово. здорово. Печально, что в муте сидеть, там другие люди общаются. Ну как другие, там какие-то приближенные, не знаю. В хиле, в танке, в муте сидеть не очень, ничего нельзя сказать. Блин, вот я знаю тебя, по-моему. Ты на X2 играл 100%. Да. А ты помнишь такого паладина сомалийский? Да. Это я, здорово. А Мы в с какой тобой ты в гильдии гильдии. был в Ой, этой? я уже 100 лет играл, меня же забанили. Я 2 года не играл вообще. Ну, ты был на варе, танчил, я помню. Да. Ну, танчил, дамажил. А я на паладине танковал. Вот это, конечно, круглая земля. Да. Да что-то надоело X2 с бюргами, с катами, с этими. Вот я тут прижился как-то с Это одним да, это этим. полное говно. Но мне не надоело, меня просто забанили тупо и все. Не знаю за что. Потому что я, наверное, мастеру дал аккаунт, поэтому меня забанили перманент. Что это такое? А ты в рейде? Я на замене. Ой, покажи танков ваших, кроме декалок. Кто еще? Кто?
Это А, это блокер, да? блокер. Что-то он вообще не в full блокере, я смотрю. Можешь его шмот еще раз показать? Ага. Но далеко не в full блокер, конечно. Ладно, спасибо. Вот это дичь, конечно, захват рубли брать. Я дыка не разбираюсь. Ну, представь, это хилка, КД, сколько там, минута. Ну это как считай сейф, обилка дополнительно. Вот она, считай, тут написано 10, с тремя вот этими она 20% хп просто резает. Я, допустим, 60 тысяч, пол 12 тысяч зарезал. Да, сочно. Нечестивости вообще не взято ничего. Ну вот это вот ДДшная ветка берется все на урон там. И тут агра как бы много. Захват для танка берется всегда. А что, ты давно в этой гильдии? Ой, я уж не помню. Давно, значит, да? Я просто вот только сегодня летел. Не скажу, там месяц, два, три, не помню. 2 месяца где-то месяц. Блин, а ты можешь зайти в рейд канал, чтобы я хотя бы комментарии слышал? Что говорят? Ну, могу, но я там стрим не включу. Там А, ты запрещено. там стрим включаешь немножко. Ну, там Все понятно. запрещено. Ладно. Да, ясно. Интересно, послушай. Ладно, пойду послушаю, чу кого. Ну, с чего вместе. Угу.
нефиг делать. Видимо, нету фреймрейда. Что случилось? Да, офис пока. Бывает. Санёк, привет. Такое. Привет. Че, в Грумагик пошли? Сори, я только пришел недавно. Даже не успел написать, что не будет. Имя в Грумагик. Заходи, сейчас кого-нибудь пока на замену отправим. Хорошо. А вы куда пошли? ВК. Ага. Добивать ануба? Окей. Да. Чё, даже и забыл, что у нас сегодня ануб. Ладно. Из морской тебе надо что-то самому. Я проходка уже есть. Короче, я не знаю, мне осталось только позвонить ему прямо на мобильный. Но это аналогично то же самое, что WhatsApp. Он просто чмо. Он нихуя не предупредил и слился. Пропал, блядь. Так. Смотри, бабилха. Урон. Он не дурак, он нормальный урон. Так, Вадюха, тебе, по-моему, ничего не надо с босса. Сейчас я посмотрю по урону у тебя буквально. 11 место. Скоробей. Зато ты покупателю хороший урон был. В принципе, да, можно. Нет, ты останешься ДПС нормально. Бухой уступит. Мастер. Сегодня, кстати, важный момент. Я через 2 часа ухожу. Если окей, то берите. Окей, 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 заходи. Я уже зашел. Мне сейчас надо не ты, а другой человек. Который дает кашу. Которого сейчас все ждут, блин, за это.
Давай только с рейда. Артем. Или больше. Поэтому. Ну, если бабка придет, бабку и вместо Владики ставим. Так будет приятнее. Может, кто-нибудь набирал? Ребята, извиняюсь, мне сантехник пришел. Алло. Заходите все, крэш-тест, Войт, братка, бета-тестер, слышно, слышно. Блять, неожиданно прям вошел. Звоню. Давайте, у меня еще есть время потравить. Нормально. Просто ты можешь, просто, Жень, ты можешь сказать, я-то и бегу. Ты ничего не сказал. Саш, я тебе сказал, кто придет, я сразу отойду. Сказал, все. Да не вопрос, просто ты мог тоже сказать, я отбегаю, все, мы бы знали. Ты ушел, мало ли там что случилось у тебя. Меня не понимает. Давайте, у меня все есть. Дама, поставьте шкаф за смончика, дама. Хаде занимается другими делами. Алло, краш-тест, ты единственный, кто может шкаф поставить. Поставь шкаф. Если надо сосать, вон этот бери. Да, можешь фури. Кадама, ты сейчас напуливаешь справа, Егор, ты слева. Джози, просто бей босса. Если не просто бей босса, видишь, нужно помочь, тоже помогаешь напуливать. Быстрее было. Обязательно должен прицельный выстрел висеть на боссе от тебя. Также никотин, а Вадюха, перемажешь яд. Не так звучит, на всякий случай. Смотри, Кадама. Саняк, сейчас 30 секунд, я куплю себе сопроты. Сум пришел. Давай, только тебя ждем. Быстрее там. Ставлю рыбу, ребафаемся и поехали. Ребафайте ханта, полный ребаф у него. Поставьте джифса кто-нибудь, все починитесь сразу. Мало ли там БРД был. Никакой паники не должно быть, все бегают. Как только выбрался. Смотрите, когда только первую сферу разбили в рамбе, миликов касается в первую очередь. Вы немножко спускаетесь уже с лужи. Нету армса у нас. У нас есть рога с непроизвучим ядом и три ханта. Есть лапа. Вон только каличная. Все, вон джип стоит сзади. Возле креста. Почините все. С этим разберемся. Давайте сейчас важно убить нуба. Сейчас не отвлекайте. Всякую фигню. Так, стали. Готовность на пол. С вас всех максимальное ДПС должен быть. Роги можете между собой на пол обмениваться, чтобы урон был выше. Сейчас все готовы. Даю пол, свой пол пуляете. На первой секунде все пьют припоты.
Гайз опять не показывает помощника. Меня показывает, я буду говорить. Через 40 секунд скажу. На пуле ли Кадама Джози помогает. То на пуле ли бьёте босс. 30 секунд. Десять секунд. Ну, говори, говори. Давай, получить 14 секунд, я с КДБС гораздо лучше иду. Почти на 2% лучше. Good Help и первый человек, которого выбрал, он побежал в район ромба. Не забегай такой на лузу, вот, не забегай на нее, жди, еще раз беги. Вот, жди Боба. Жди, с Бобом жди. 2 секунды окончания Боба ждет. Смотрите, мелкий трэш пошел опять краш-теста бить куда-то. Никотин выбежал, дайте фридом ему. И Яката закидывает Боб. Смотрите, под шипы не лезьте. Все, выбежали все службы, играете все по мелкому трэшу. Ближе к центру, смотрите. Третий человек просто убегает, качает нуба. Все по мелкому трэшу играют. Приоритет его убить, много стаков не набирайте. Кто может станет, трэш станет. И Бркотлета, все, просто он убегает от него. Только через рейд не беги. Вова, готовься выловить, скоро выйдет. Беги, киберкотлеты. Все хорошо. Добили мелкий трэш. Особенно кто под берсой, важно добить. Последних 2 жука осталось. Большой трэш приготовились на пулю. Так и не собираете, алло. Все хило. Следующие мобы через 29 секунд. Сейчас очень много есть люди, которые набрали до хирища стаков. Если это будет перед третьей фазой, эти люди будут мертвы. Много стаков не набираете. Нужно подстанивать по возможности, бегать, кайтить. Не тупо в тупую драться. Через 8 секунд приготовить. То же самое сейчас будет сферка в рамбе. Первый человек, которого выберет, бежит в ром. Второй в квадрате взрывает. Третий просто уводит ему. Ну, лучше, чем вчера по ДПС, но тоже не прям отлично. Джози побежал. И с ним побежал в Майлик. Все остальные играют по трэшу. Смотрите, квадрат, если что, далеко. И в Акате приготовься. Либо Сацуны. В Акате приготовь. Папахапа побежал. Фридом папахапе. Через рейд не бегите, в Акате приготовьте. Все по мелкому трэшу. Сбежали, убежали с лужи и по мелкому трэш играют. Стаков много не набираете, касается миликов, раздышники тем более будут бомжами, если они наберут много. Скибиди убежал, через рейд не бегите, смотрите, шипы, на шипы не бегите. Саня, приготовьте ему боб, если кто закинет. Сацуны практически. Сейчас заберите Ануба, доиграйте по мелкому трэшу. 4 штуки осталось. Вон вдалеке еще один бежит. Так и не сыграем. На пул отдали по мобам. Все играют по Анубу. Следующее через 20 секунд трэш.
изморский закинь, помогу определенное имя. Через 7 секунд следующий трек. Вышел трек. Стали все под жопу Ануба, кроме Мувара. Потом от сил природы и Геру давайте. Все, Геру отдали. Бурстим Ануба. Отдали на пулы. Вова, жмем айсбаунд. Пики прохильчи, хэпауэй. Потому что не напулили. Начал таунтить и проебался. Зашли, встали, пошли бить заново. Кадам, что случилось? Да, я проебался, завел моба под лужу. И что-то произошло. На себя загрел. Владюха. Иди пока на замену, так, Владюха. Бафкал в рейд. Нет, не Владюха, кто сейчас посмотрим, кто меньше дома. Подождите. Подожди. Ты дамажишь больно. Сили фейс, у тебя этот проходка есть? Что-то как ДПС такой синий. Блинкани призыв великого крестоносца. Все, давай ты пока на замену, Владюха. Потому что сегодня рейд не самый сильный. Идти пока. Так, бафку вредит. Так, надо Макса сразу замучить это. Золотое слово. А, он замучен. У него войс рейдер выключен. Замечательно. Андрюха уже позаботился. Так. Ты вонь, бабку. Ты... Ах, собака сейчас точно на туре. Сейчас мы это заберем. Это возможно. Все, Макс. Уже не включит. Давай ближе к теме, пожалуйста. Да. Собачка, Жорик мертв. Там ты Жорика воскресить. Джози, твоя задача помогать напуливать хантам на третьей фазе, даже если ты где-то босса не ударишь. Это не на пул. Если не будет на пул, мы умираем. 100%. Поэтому. На пул это приоритет. По факту хант добирается ради на пула. Да, сейчас да. Держи. Кушайте рыбу. Еще телефон Синдерея. Сань, можно меня во вторую пати корку? А, не, я в сурку, все. А я сейчас тебе кину так сделаю. Все. Вам изморский не нужен, а мне он нужен. Он мне ману даст. Тебе всегда на пулы в крест отдавать, да. Больших мобов всегда отдаешь на пулы в крест. Абсолютно всегда. Они выходят, ты отдаешь. Типа, короче, по два моба со стороны каждой выходит. Ближние – изи. Иногда дальние переагриваются на хил или какой-то АОЕ урон. То есть следи за задними мобами. Все, побежали все. Сегодня сейчас было получше по урону чуть-чуть. Можно еще лучше сделать. Третья фаза – ты, да, напуливаешь крест больших мобов. И на первое, и на второе, и на третье, и на всех. В фазах ты помогаешь напуливать. Это, ребят, такой вопрос. А на третьей фазе ханты могут отдать градстрел по этой толпе, чтобы напулить еще раз? Нет. Не работает, да? Это дрочь. Все. Готовность. Все готовы, будем запускать. Киберкотлеты, чего не хватало? Так, все готовы. На первой секунде все пьют приклады. По бабке сможешь закидывать жуки ПС-ку.
следующий через 40 секунд. Достаточно двух пулей, брат. В третьей фазе Хан касается себя, Джоди, бегу через 16 секунд. А как Гера, там его и пилят капец как сильно, там нужно будет больше убивать. А так, на первой фазе, в принципе, просто. Через 2 секунды на пулу приготовились отдать. Отдали на пулу языков. Похити. Взрывание через 17 секунд, сейчас по ДПС хорошо идет. Вот Хелп первый бежит и братка. Все играют по трэшу, а уешку. Опа, хапа выбежал. Яката ему закидывает. Смотрите под шипы и через рейд не веди. Кот не собирает стаки. Все, выбежали в центр все. Играем, добиваем мелкий трэш. Смотрите, не сдохните. Все, третий человек троянский просто убегает. Через рейд не беги. От меня. Смотрите, по цепи не лезьте. А, доиграли по мелкому трэшу. Добили. Бегите ближе к жуку и играйте по пути вот по трэшу. Остался еще один жук с карабин. Все, играем по нубу. Сейчас меньше стака. Я понял, что происходит. Он на дотку, понял? Дотка передо мной. Не дотка, а вечная память. Ну, что-то короче. А что нам все помочь? Жуки через 5 секунд. Через 4. Приготовились, отдали. На полу. Это то же самое, сейчас бежит Майлик и человек, которого выбрали. На 2% по урону лучше идем, чем в прошлый раз. Даже на, почти на 3. Хорошо. Я бью. Пинаковада побежал, Вова. И Майлик вместе. Разбейте фотосферу вместо меня. Собью. Только она будет далеко, если что. Поэтому в Акачи заранее приготовься кинуть. Там почти там же, где Вова. С левой, с правой стороны. То есть не возле квадрата. Вот Хелп побежал и Вакати вместе с ним. Ону. Цель поменялась. Вакати на Ону приготовился. Не забегай только на лужу, Маш. Все, жди 2 секунды. Бога, убегите в другую сторону, вправо. Подальше от шипов. И третий человек просто раскайте. Яката. Так как много не собираем. Если что, бабу жми, если будет близко. Все, хорошо, молодец. Доигрались и по мелкому трэшу, чуть двинулись в сторону печеньки. Сейчас Вова не заводи Ануба в самую стенку. Скажу, когда остановиться. Все, остановись, я больше не видим. 3 жука осталось. Сацуны много стаков прохитите. Закастуйте СС и бавка на Капанила. 2-й лок, краш-тест на Кадам. Жуки через 18 следующий. Сейчас по урону хорошо идем.
Нужно стаки будут скинуть. Все, не обостритесь, ханты, от вас все зависит сейчас. Убийство босса. Джози тоже помогает. 6 секунд. Отдали на пол. Пошли все под жопу, кроме Мавара, чтобы проще было хилить. Прям все под жопу босса подошли. Отдали на пол. Дали Геру. На пулы отдайте. Айсбаунд Вова. И мастера урны лед. Женя, good help, готовься. Женя, отдавай. Второй человек мастера урны лед нажимает. На пулы через 2 секунды приготовились отдавать. Отдали на пулы. Мастера урны лед свободный, отдайте. Массакра, Вадим. По Войду Иннер залейте, Изморский. Изморский сразу БР Никотину. Гиперкотлета по Троянскому БР. Ребаф их сразу, и вторую Геру. Свободный Иннер по... Все, Хики сложила. Не, это не попало в одного моба, он меня кастанул. Именно в меня, сука. Ну, было более-менее. Сейчас. Давайте, сейчас не ваш кусок. Ли. Видели, как прошибает? Поэтому роги под 50 на 50 бьют. Друиды дубовку прожимают. Сколько там осталось? Всегда. Что еще раз? Сколько 16%? Там осталось? 16. Угу. Это, ребят, хочу напомнить. Смотрите, вы прохиливаете метки, мы прохиливаем рейд. Да пусть все хилят. Нет, это понятно, что то, что хилит все, но как бы так вот тут... Да! Да, баф хп снимаем, забыл про это напомнить. Все, кроме хилов. Во время приста баф снимайте. Да, там правильно вам говорят, все, кроме хантов. Троянский, заходи. Смотрите, ребят, и сразу не спешите прожимать свои прожимки. Как прожимаете прожимки? Ну, у кого долго, они кулдаунятся. Если на вас повесилась метка ледяная, чтобы помочь вам, тогда прожимаете. И когда у нас закончится все массы его. Если на вас не повесилась ледяная метка. Если какие-то быстрые, типа как уроги, коши и так далее, тогда можете сразу снимать. Все, в принципе, было все нормально. Сейчас просто, скажем так, много так сделали. Сейчас убьем. Ну да, закастовал в Петю. Закастовал бы кого-нибудь другого. В принципе, может быть, даже можно было и побить. Если ССы откатятся во время боя Локи, то же самое закастуйте на хантов двух. Также всячески всегда старайтесь помогать хилам, как это возможно. Кушайте рыбу. Так, давай первый Яката отдаст мастер ауру, потом Сасуны по очереди, как будет, потом Вакати. И потом Good Help, Майлик, сосредоточение всегда. Только начинается третья фаза, первый мастер ауру пошел. Закончился мастер ауру, какая-нибудь команда, плюсик там в чат, и чтоб я видел, замечу. Второй пошел мастер ауру от Сасуны. И так далее. Меня просто мастер ауру не показывает. Да, или просто меняйте. Ладно. Так. Так. Макс. Также все под жопу прям подходите, когда третья фаза начинается. Ну, вторая. Кроме хантов и Мавара.
4 человека, точнее, которые не подходят под жопу. Да, им ту сейчас дам. Извиняюсь. Все, еще раз готовность, бегите все, чтобы сразу начать бой. Тогда мы бета-тестер. Все, все готовы. Припод не забываем. Вадюха, красавчик, без напула. Первую пулю давайте. Много через одну секунду выходит. Выше. Ну чё они? Это не серьезно. Без напула. А? И что это, блядь? Ладно. Тихо. Как вчера, короче, макрос выебнулся. Пустите это также под КД. Важно убивать умели. Чуть на максимальный урон. Мог бы через 2 секунды приготовить. Через 7 секунд. 3. Это самый лучший страйк по урону. Кадама побежал, и вместе с ней будет хелп. Лужу сбил. АОЕшка миллион. Дальше ты Яката и... Беги, малышка, беги! Бежали здесь к центру. Много стаков, смотри. Убрал. Вакачи убегал. Смотрите, под крипы не лезьте сами. Яката много очень стаков, хиляйте его. Баба он скинул, молодец. Добили последнего скорбея. Еще один там идет вдали. Два идут вдали. Приближайтесь к нубу, но скорбеев добивайте, и не таунтите. Вон там вдалеке один скорбей стоит. Какого хрена, Вадюха, ты стоим, ПВПшек. Не лезьте, ёбаный в рот, вообще охуели, что совсем? Включай голову, ну блин, ближе подведи к канубу его. Мобы через 12 секунд. Через 5. Вышли. Дальше бежит Майлик закидывать боку человек, которого выбрал. Ничего страшного. Так, изморский. Дай БР по good help, сразу инер в него. Он злей по второму человеку, который сдох. Бавка. Тоже не бавка, правда. Ну, быстрее, быстрее. А БР нет. Блять. А вот то, что говорит, хелп мертв, это хуяло. Через сколько БР будет? Сбил лужу. Бля, нету сферы, пацан. Но... Давайте падать. Мне не показалось, что он его когда. Мне показывал такой киберкотлетный, что когда. Так мне не киберкотлету сказал, а изморскому. Беги, малышка, беги!
То есть из-за того, что он баба, он нажал на него лоб, нельзя было закинуть, да? Ты про это? Все понятно. Ну, в таких ситуациях надо просто на лузу влиять. Падаете, встаем, заходим заново. Да, первые стаки, ребят, не так важно скидывать. Важно вторые скидывать. Ну и по возможности вообще не лутайте их. Это не так сложно не лутать. Ну как сказать, сейчас, например, Макса долбал красным, мы его пятером, блядь, долбили, Макс налутал. Он в этом не виноват, он его кайтил. То есть, либо, ну, активнее играть по ним, что ли, единственный выход. Сейчас 5 РДДшников сейчас нон-стоп кастовали, а ему было похуй, он бежал за Максом и быстрее Макса в разы. Вот сейчас... Тихо, подожди, смотри, была вот такая же ситуация, вот Вадюха. Ты здесь стоял, один ПВП-шел со звуком. Включи голову, подведи его ближе. Включи спринты, подведи его ближе к рейду. Мы меньше урона потеряем, больше урона по лану будем нанесем. То же самое каждый из вас делает. Введите их в рейд, блин. Чтобы могли уешить и милики, и РДшники бить. Также мы, вот, третьего человека, ну, выбирает, как мы перемещаемся. Вот так перемещаемся и бьем. Милики могут в этот момент бить, РДДшники заранее переместиться и просто стрелять возле Ануба. Не стойте как дурачки. А я вам проще скажу, мы когда били с Андреем, все РДД и хилы стояли за группой, за Петей здесь стояли. И когда позвали таракан, они попадали в ДУЕ и уходили туда. Так же. Вы можете, когда бьете в кресту, вот все вот сюда встать. Здесь лужа, вы можете за лужу встать, вот как Гэнни сказал. Кто уже бил с нами, тот знает, вот, что реально все шли жуки через эту лужу. Ласки обязательно перебейте, да, иначе это не будет убиваемо. Егор, ты где? А, все тут. Ставлю рыбу. Пятичок, кстати, закастовал, промазал или не стануло потом? Да не то время посмотрел. Рибахните ханта, пожалуйста. Рибахните ханта, соберите. Убить можем. Сделать все правильно. Смена цели иногда просто меняется сам по себе, не, ну, когда он там на ужин. У тебя все плохо с ДПСом киберкотлета, ты почти последнее место занимаешь. На пару со мной. Потом. Да, давай киберкотлета в сову. Все-таки. Ты больше нам сейчас даст. Сове. Прыгни в сову быстрее. Только не про страфол вообще забудь. До третьей фазы. Третья фаза, только тогда можешь нажимать страфол. Да, у нас нету ни лема, ни совы. Сейчас будет. Один хрен, Макс, ты меня не передоможешь. Это самое. Когда тестер, а ты можешь на третьей фазе поставить атем от природы, а не я? Мне будет. Да, он может. Мне профи не будет поставить для РДДшников поставить. Это тестер, да, с тебя будет тотем. Потому что. Ну, все, ставь, короче, ты. Так. Ты вообще можешь из боя ставить. Лето уже в сове. Атаки природы будут от этих маленьких. Поставьте этот ГБК, пожалуйста, кто-нибудь. Поставил. Где? Вот он стоит. А, вижу. Так, еще зашел маг, который дамажит, если что, можно мага еще поменять вместо кого-нибудь. Да. Санек, слушай, можно сейчас моментик вам один? Хилам, да. Важно стоять Снимай. Именно под жопой или, ну, я имею в виду просто, когда они стоят, допустим, вот здесь, вот, ближе к синей метке, когда босса уводят туда и бьют, жуки на них агрятся, идут сюда. А если они будут немного ближе к хикке, ближе к той стороне, то будет полегче напуливать, и можно будет избежать, допустим, каких-нибудь луж, блядь, паладинов.
Они просто проходят рядом с Анубом, и если лужу неаккуратно разольют, то будет жопа. Можно, можно. Все, хорошо. Встаньте просто с этой стороны, ребят. Левой. Все, короче. Готовность. Это не так важно на самом-то деле. Но встаньте. Все ДДшники. Мелики тоже можете ближе к той стороне стать. Все. Все готовы? Даю до БМПУ. Не забывайте про припоты. Следующие жуки через 33 секунды. Не забудь повесить внутренний огонь, сова. Обязательно. Жуки через 8 секунд. Через 4. Крутые жуки. Дали на полу. Сместитесь, ну, это на следующий раз, когда будем бить на этой же пазе, ближе к левой стороне сервис, да, если бить, чтобы было проще на полу. Взрывание через 7 секунд. Вот help плюс первая цель выбрана. Плюс мавар. На лужу не забегаете. Забегите с другой стороны РГДшники за лужу. Чтобы трэш вас не бил. Дальше Яката. Вот Джозик, какого хрена ты стоишь и ловит стаки? Красавчик. Все, выбежали все. К трусам подбегите, кроме метки. И играйте по трэшу. Тупо бегайте, играйте. Следующая цель просто убегает, good help. И остальные потихонечку передвигаются в ту сторону, играют по мелкому трэшу. Под шипы не лезьте тупо. Все, потихоньку сдвигаемся к Анубу и добиваем. Там в рутах один мог, пусть бежит на нам. И вон еще один бежит возле хики. Сейчас доигрываем по нему и бьем ногу. Приоритет мелкого добить. Все, играем по ногу. Дальше Майлик бежит. Цель тоже, которую выбили. Через 9 секунд следующие жуки. Через 4. Вышли. На полу сдали. Вот сейчас важно, чтобы много стаков не метали. Ну, следующий переход. Хорошо, по урону, нормально. Краш-тест побежал. Будет сбита сферка вон с этой стороны. На нее только не сбегали, мои ликси. Маша, перебеги на другую сторону. За ужин. Че сова грозуника стоит? Бета-тестер, дайте бета-тестер. Он, Маша. Поменялась цель. Не забеги только на лужу, смотри. И в Акате приготовься. Все, я к центру сместил. Жди 2 секунды. Много стаков сейчас не лутайте.
краш-тест убежал под шипы с шипов. Джози, Джози. На крест только не беги. Блять, повезло. Он просто могло. И зачем эту лужу кто-то сбил? Добейте мелкий трэш. Сейчас добить мелкий трэш, все по мелкому трэшу. Эта лужа сейчас может нам заруинить, кто ее сбил. Молодцы. Следующий трэш. Залива начинай, Егор. Да, 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 да. Трэш выслал. Он залей по себе инер сразу. Подошли ближе все к жопе. Давай, Геро. Давай, Вова, Массакру. Тьфу, не Массакру, избал. И мастер Аур налет первый. Прохил. Женя, готовься, good help, скажу когда. Джози, следи за мобами со стороны креста, потому что лужа может запороться. Не, Женя. Тихо, 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 Женя. Давай. Мавар Рубер. Вообще черепушка он... не говорит. Да не баф его сразу. Кобьем. Мавар закастует, когда ему упало. Слушай, сейчас Мавар хилил. Падайте. Заходите. Бейт. Оззи, Джози, точнее, Джози. Сейчас заебусь. Ты сейчас там чуть не заруинил. Если... Сейчас заебусь за одного человечка. Что сейчас? Дикей, сейчас заебусь за одного человечка. Дикей. А. Метка где? О, метка где? Для лужи. Ну вот все. Ну, блядь, вставай в крест, грипаешь крест, оно... пожалуйста. А не перед крестом, не сбоку креста, а в крест. Вставай в крест, грипай, пожалуйста. Нету, не... в том-то и дело, что тебя не на кого поменять. И сейчас не твоя, не твой косяк был. Вон. Мэн. Все, мэн, все равно просто сейчас погребы, пожалуйста, в крест. Все. Еще раз. Крест. Никто никогда в него не бежит взрывать. Джози чуть не заруинил нас. Всегда находитесь примерно в этом положении, когда... Да. 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 Киберкотлета. Хотя... Блин, не будет тогда у нас СПД. Не, ставим так пока. Так сова есть уже. Ставьте слегка. С Моним будем начинать. Смотрите, когда третий человек, когда Ануб выбирает третьего человека каждую перифазу, вы примерно вот здесь должны находиться, в этой точке, чтобы убежать. И никогда не бежите в крест. Человек, которого выбирает, убегает в эту сторону, весь рейд убегает в сторону, там, где Ануб появляется, и потихоньку убегает по мелкому трэшу. Одну же перифазу нормально сделаем. Все, ешьте рыбу. Сумоньте киберкотлету.
Владюху сумонить.